Аналитическое кредитное рейтинговое агентство «Акро» повысило рейтинг Тверской области. Теперь он находится на уровне А+, прогноз стабильный. Что это означает для региона и благодаря чему Верхний Волжье поднимается в этой таблице все выше и выше, расскажем в следующем материале выпуска. Кредитный рейтинг региона – это важный показатель, который рассчитывается по очень сложной методологии. Впервые он был присвоен Тверской области в 2017 году на уровне 3Б с прогнозом «стабильный». Пару лет назад повышен до А, прогноз стабильный. По мнению экономистов, на подъем Верхневолжья в общем списке субъектов нашей страны сказались два основных фактора – повышение ликвидности и операционной эффективности нашего региона. Повышение операционной эффективности бюджета свидетельствует о том, что в Тверской области совершенствуется процесс планирования расходов и исполнения бюджета. Что касается повышения ликвидности, это говорит о том, что вот эта ликвидность, она достаточно накоплена, что в перспективе дает возможность и финансировать дефицит бюджета. Таким образом, составители рейтинга учли успешные действия региональных властей по снижению долговой нагрузки Верхневолжья. Кроме того, безработица в Тверской области преимущественно ниже, чем в среднем по стране. Важным фактором стала диверсификация экономики. Это обеспечивает поступление налогов из самых разных отраслей. Это у нас, конечно же, пищевое производство, это у нас транспорт, это у нас сами предприятия, которые вырабатывают энергию. То есть это вот основные направления, не основные отрасли, которые обеспечивают сегодня у нас доход и бюджет. Если же говорить про конкретные цифры, то за 11 месяцев 2023 года 24% налоговых поступлений пришлось на обрабатывающее производство, на торговлю 14%, на отрасль электроэнергии 11%, а на транспорт и хранение грузов 8%.